Нет. Поехали. Так, Юрий Горбенко, приветствует вас. Сегодня у нас третий день реабилитации колена, так что сейчас наш специалист Александр Елен расскажет, что мы сегодня будем делать. Юрочка, садись на велосипед. Садись. Так, включи, да? Сегодня у нас день динамического стретчинга и динамики циклической работы. У нас будем крутить велосипед. Уровень сложности у нас ставим 5. Юра, ставим 5. Скорость у нас 60-70. Вот. И крутим мы 45 минут. 45 минут. Да. Для чего это делается? Чтобы разработать связочку. Чтобы не было застоя в коленном суставе. Чтобы оно было эластичное и подвижное. После велика мы будем делать динамические стретчинг и растяжки. Юрочка крутит велосипед. Как самочувствие? Крутой, классно. Как ты чувствуешь себя после боя? Как нога? Чувствую себя отлично. Ноги не болят, потому что по ногам не били. Видно, что меня кто-то... Я боялся этого, но... Отвело от меня. От раны. Как уверенность была? Уверенность в ноге. Немножко страшно. В туалет хотел. Думал. Продолжаю тренировку, хоть мне сегодня было очень лень идти. Репетитура всего тела. Просто таки собрался волю в кулак. Пришел заниматься. Здоровье прежде всего. Умничка, работаем. Работаем. Ну, сделается. Хотя, нет, тренер плохого не посоветует, реабилитолог тем более. Главное результат, а результат мы ждем. Восстановление колен. Занимаемся. Ведем здоровый образ жизни. Берегите себя. Самое сложное в том, что ты крутишь педали. Иногда 45 минут. Оно вроде как и легко крутится, но булки на жопе болят. Больше всего, чем ноги. Все остальное. Ну, осталось уже немножко, еще 5 минут. Крепимся. И это только разминка. Тренер, пощади меня. Юрочка, пошли, пошли. Сейчас будем стретчинг делать, будем растягивать тебя хорошо, чтобы мышцы были, связочки эластичные. Я кричать буду? Очень. Отлично. Ради этого народ только смотрит видео. Сейчас будем растягивать Юрочки бицепс бедра. Ножки были эластичные, плавненько. Никто никуда не спешит. Аккуратно все. Ты мне колено не сломай, ладно? Вылечить. О, по 90 градусов уже нормально. Ну, так никто не занимался. Такие приятные болевые ощущения. Ух, стадо маза. Приятно. Обычно я людям больно делаю, а тут наоборот получается. О, сейчас будет больно. А почему, когда пальцы нажимаешь, больно так? Сердце сразу, ахилловое сухожилие. Устрепление. И корочка сразу идет, тянет себя. Не, ну пока терпимо. Колено слезло. Да не получается мне расслабить. Это не из легких. А он мне сейчас ногу сломает. Видите, насколько у нас коленка лучше согнулась, осталось вот столько всего. Что, серьезно? Вот, смотри. Офигеть. Ну вон, смотри. Смотри, видите? Народ, лицо на... Вот. Результат на лицо. Вот.
По сравнению с первым днем, на третий день такой результат. Умница, вообще класс. Чуть потянем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо. О, вот это кайф. Все, полежать, дай мне пока. Дай. Фух. Приходите, занимайтесь. Я рекомендую. Попытка номер два. Ломать мне ногу. Самое сложное это расслабляться. Вот тут надо расслабляться. Надо, да, вместе вдох делаешь. И на выдох закроешь, надо голову опусти. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Полностью расслабляться. Полностью расслабляемся. Расслабляйся. Видишь, у тебя зажато, надо расслабиться. О, вот это болючий прием. Блин, я сейчас сломаю. 5, 4, 3, 2, 1. Здорово. Вот здесь больше тянет. Это вот оно и тянет. Да? Это вот оно и тянет, что не дает со мной. Понимаешь, это помимо только жили? Конечно. А, ну это не больно. Вообще, это не тем, что было, как бы не больно. Ой, вот смешной массаж пошел. Мышцы забиты, забиты нас мышцы. Вот это сегодня болезненные процедуры. Вот это, блин, что мне приходится терпеть. Не, это не больно. Пока не больно. Хорошо, ножку со мной. О, и как болючие. Вот это забито. Продолжай, мне нравится. А потом легче. День садомаза. Фух. Все, что ли? Второй подход закончился. Фух. Так, сколько у меня времени отдохнуть? Минутка? Еще три, да. Минутка отдыха. О, спасибо. Давай сейчас разрабатываем коленочко самостоятельно. Согнемся. Это сложно. Да. Видишь, только на одно колено могу присесть. И медленно поднимаемся вверх. Отлично. Опять согнемся. И медленно вверх поехали. Делаем по 10 повторений, выполняем. Так, это мы для чего делаем? Это разрабатываем коленный сустав полностью, чтобы не было спазма, не было спазма. 3, хорошо. 2. Вот он. 4. Круто. А мне говорили, иди под нож ложись, операцию делать. Ага. Нифига. Поберегу свое здоровье. А то много диванных специалистов говорят, иди к врачу, ложись, пусть операцию делают, мениски вырезают. А что дальше? А все молчат. Порезать уровень здоровья. И больше ничего. Ты их вечно кинул.
снимай дальше, снимай дальше. Сейчас он отдохнет минутки полторы. И дальше самостоятельно. Все виды шпагатов потяни, поделай самостоятельно. Потяни хорошо. Окей, спасибо. Все, умничка. Сегодня вообще класс. Так все, тренировка кончилась? Да, на сегодня, да. Шпагаты хорошо потяни. Хорошо. Сейчас я отдохну. Немножко порастягиваюсь. Фух. Итак, итог трех занятий, которые мы провели совместно с Юрием. Я могу сказать, результат очень хороший. Амплитуда колена намного улучшилась. Устойчивость улучшилась коленного сустава. Мы проработали полностью на первом занятии стабилизаторы коленного сустава и стабилизаторы голеностопа. На втором занятии мы дали большой акцент на бицепс бедра на заднюю поверхность, на место прикрепления задней крестообразной и передней крестообразной. Сегодня мы дали чисто динамическую работу, чтобы сам разработать сустав, чтобы не было застоя, чтобы не было скованности. Я очень доволен, Юрий. Юрий, а как ты считаешь? Да я тоже доволен, короче, всем спортсменам рекомендую обратиться за помощью к Александру Еремину. Он вам поможет, подскажет, помучит, но результат вы получите. Приходите. Здоровый образ жизни.